Никак не можете прийти в форму после рождения ребенка? Тогда не пропустите. Прямо сейчас у меня в гостях очаровательная женщина, телеведущая, красавица, мама двоих детишек Тала Калатай. Она готова поделиться своим секретом, как после рождения малышей уменьшить размер одежды с L до S и стать обладательницей стройной красивой фигуры. Встречайте! Здравствуй, Талочка! Привет, солнышко. Відома актриса і телеведуча Тала Калатай приваблює глядачів щирою усмішкою і ненав'язливим стилем спілкування в кадрі. Вона багато часу проводить на знімальному майданчику, грає в театрі, викладає в інституті і разом з чоловіком, телепродюсером Андрієм Слободяном, виховує двох дітей. При цьому Талі вдається поєднувати роботу і знаходити час для сім'ї, бути завжди в гарному настрої і чудовій фізичній формі. Рада, що ти сьогодні у мене в гостях, тому що, крім того, що ти завжди прекрасна, прекрасно. Ой. Тебе в этот момент жизни есть еще и чем поделиться. Я имею в виду не только твой оптимизм, радость, красоту, но и опыт по избавлению от лишних килограммов, да, когда набираем их после рождения малыша. Я с удовольствием поделюсь своими рецептами. Я тебе скажу так, я всегда спасаюсь спортом. Угу. Вот, потому что был у меня опыт жестких диет, но, к сожалению, это убивает желудок, это, в общем, я злая становлюсь, потому что я люблю поесть. Я пошла в спортзал, я нормализовала систему питания. От мучного отказалась, но сладкого я, в принципе, не очень-то ем. Вот, макароны. Ну, вот, как-то сбалансировала, никаких пицц там. И ты знаешь, оно благодаря фитнесу. За 2 недели я похудела на 7-8 килограммов. Как-то все так вдруг, и ты смотришь, ой, у меня тут живот прорисовался. Есть результаты, ого! Талочка, ну какой ты из вида фитнеса выбрала для себя? Потому что же их огромное количество. Я открыла для себя пилатес. Абсолютно случайно. Я попала не на ту тренировку. Мне все время казалось, что пилатес это какая-то такая... Ну как они там не засыпают постояли вообще? Постояли и пошли. Постояли. Так, видите, что это вообще? Когда я пришла, о боги. Я еле выдержала это. Не зря эти тренировки называются «умное тело». Потому что они приводят тело в баланс, они подсушивают. И суставы очень классно закачиваются и даже перестают хрустеть. А мы можем начинать, потому что мы, в принципе, готовы. Да. В этих упражнениях мы всегда контролируем мышцы живота. Они втянуты, попа подкручена. Они уже работают. Макушечкой тянемся вверх на вдохе. И теперь опускаем макушку вниз и выдыхаем. Каждый позвоночек кладем, кладем без рывков, ничего, и уходим вниз. И начинаем раскручиваться. Делаем вдох и на выдохе раскручиваемся. Сначала у нас идет поясница, потом позвонки, грудной отдел, шейный. И макушечка вверх. При этом мы помним, что мышцы живота у нас прижаты к пояснице. И еще раз делаем от 5 до 10 раз. Талочка, а ты помнишь этот момент, когда ты решила уже все, так больше продолжаться не может? Я должна поработать над своей фигурой, похудеть, постройнеть, заняться спортом. Да, я помню, что когда я снималась в сериале «Лейся плюс Рома», у нас были выездные съемки на море. Саша Даруга, он Ане Свержине тогда говорит: «Ты же, Талка, вообще она классная актриса, ну ей бы похудеть». Так он думает, все. Да. Ну, он, наверное, был прав, ему-то режиссеру как... И тут я все, я тут опять пошла в спортзал. Мне надо такой волшебный пендель мотивация давать для того, что... Да. Ну, ты понимаешь меня как никто, мы работаем в кадре, кадр добавляет килограммов. Как? Ну, плюс еще приступая к новому проекту, в котором я сейчас работаю, Дэню Великому Мисть. Вот, его делает мой муж. И вот перед, когда он уже понял, что да, я подхожу и бла-бла-бла, он мне сказал, значит, начинай худеть. Спасибо, любимый. Да. Да. И прям я думала, он шутит, а вот ты на тренировке сегодня была, а что ты там ешь после 6? Он говорит, даже дело не в похудеть, а в том, чтобы подтянулось тело, потому что уже совсем другой вид, когда есть мышечный корсет. Ой, я, если честно, удивилась, и я опять в зал. Это было 5 раз в день тренировки. Теперь перейдем на каремат. Мы медленно ложимся на карематик. Ручки вдоль тела, тело прямое, живот прижат к пояснице, таз прижат к каремату. Ничего мы не отрываем. У нас ни в коем случае не должно быть прогиба в пояснице, иначе на поясницу будет сразу нагрузка. Угу. Поднимаем правую ногу немного в сторону, носочек вытянут. И делаем к себе небольшие круги ногой. Вот делаем вдох и на выдохе к себе. Небольшой круг, небольшой. Амплитуда небольшая. Носочек вытянут. И медленно, да? И медленно, да.
для того, чтобы мы могли держать баланс. И теперь вдох делаем и от себя. Обязательно правильно дышать. Вот. Сделали мы 5 раз. Немножечко приподнимаем ногу и кладем вниз. Все мышцы напрягаются. Да, закончили. Теперь следующее упражнение. Тоже лежим, ручки вдоль тела. Под углом 40 градусов придвигаем ножки к себе. Без резких движений. На выдохе. Отрываем постепенно сначала поясницу от пола, потом позвонки. И остаемся на лопатках. При этом все втянули, живот, попу, все втянули. И теперь поднимаемся на носочки, на выдохе. И на пяточки, носочки вверх. Вот так. Ага, опа. Вот так. Хорошо работает ягодичная мышца, мышцы спины, пресс. Опять-таки вот задняя поверхность бедра. И так приблизительно от 10 до 16 раз. Вдыхаем и кладем каждый позвоночек на карематик. Отлично. Талочка, а на сколько килограммов ты похудела в итоге после вторых родов? Женщине нужно мерить объемы, потому что количество жидкости в нашем организме может в день несколько раз меняться. А жидкость, она естественно дает килограмм. Да, каждый литр килограмм. Поэтому я тебе скажу, что я похудела где-то на 2 размера. 2 детей плюс работа. Тебе удается спать нормально? 3,5 года я работала в утреннем эфире, который был прямой. Да. В это время у меня родился Макар. Больше 3-4 часов, конечно же, поспать не удавалось. Там где-то днем пыталась поспать. И я увидела, как я начала в первую очередь поправляться, потому что недостаток сна ты компенсируешь тем, что ты ешь, но организму нужно откуда-то брать силы. Я вам говорю, сразу вылазят морщины. И когда закончились мои прямые эфиры, мне хватило ровно 3 недель для того, чтобы мне подходили и говорили, а ты что, себе закачалась? Ну. Говорю, нет, просто сплю. Сон невероятно важен. А еще меня очень поддерживает Машка, дочка моя. И я помню, что я вот, ну, Макарчику, ну, 1-2 месяца, наверное, было. У каждого есть, у каждой женщины, мужчины набор любимых джинсов. И то есть я сижу, значит, и все эти любимые джинсы мне вот в аккурат вот так. Я сижу, мне рыдаю, подходит Маруся, говорит, мамочка, ну не плачь, ну ты еще успеешь похудеть, зато какой у нас есть Макар. Какая мудрая девочка. Да, ну что я рыдаю? Ведь килограмм, распрощаться с ними можно, главное захотеть. Да. Вы еще будете в шикарной форме, время так быстро летит. Зато ваша мачка, она уже никогда не будет такой маленькой, так что тискайте их, не обращайте внимания. Вот так, переходим к следующим упражнениям. Помним, что мы ничего не делаем рывками. И в напряжении у нас мышцы все время находятся, поэтому они все время работают. Но вот в этой статике мы работаем с собственным весом. Ой, как хорошо, и дыхание не сбивается, то есть нет. А в то же время чувствую, что все мышцы напряжены. И перейдем к любимому упражнению всех, кто занимается спортом – планка. Ты знаешь, это самое эффективное занятие на пресс. Ее есть очень много разновидностей, но мы далеко в лес ходить не будем, покажем оно и простейше. Спускаемся медленно, каждый позвонок, переходим на ручки и шагаем ручками вперед, ножки немножечко назад. Обратите внимание, ладони должны быть под предплечьями. Ножки на ширине таза. Стоим в планочке. Внимание, живот должен быть втянут. Сначала мы стоим в планке, я думаю, там секунд 30 просто ровно. Потом, начиная с правой ноги, правую ножку, делаем вдох. И на выдохе поднимаем вверх. Вдох. На выдохе вниз. Делаем вдох и на выдохе вверх. Вдох и на выдохе вниз. И так по 10 раз на каждую ножку. Теперь мы идем вперед. Кладем постепенно сначала таз. А я же дергаюсь по привычке. Не дергайся, ни в коем случае. Во-первых, ты чувствуешь, что и тут твои мышцы напряжены? Конечно. Животик втянут. И мы прилипаем животиком к карематику, ручки кладем перед собой, лбом, внимание, мы упираемся вот так, чтобы ровная была у нас шея. И отрываем грудной отдел от пола. Поехали, делаем вдох и поднимаем вверх. Раз, на выдохе. Вниз, вдох делаем и вверх, выдох. Выдох. Это упражнение закачивает нам мышцы спины и укрепляет позвоночник. И так от 10 до 16 раз. Потом мы кладем лоб на ладошки и мы отрываем ножки от пола на выдохе. Выдох, вниз, вдох. Выдох,
вниз вдох таким образом мы закачиваем ягодичную мышцу, поясницу от 10 до 16 раз. Кстати, о питании. Тебе же пришлось от чего-то, что ты раньше ела, отказаться? Булочки. Плюс я еще очень люблю мясо. Я люблю жареную картошку. Наш человек. Ну, кто не любит макароны, ну скажите, кто не любит пельмешки, так, вареники? Хорошо, подожди, а как ты? Когда ты это ешь все свое любимое? А, смотри, в принципе, если я хочу поесть вот такую вкусняшку, я стараюсь есть в первой половине дня, вот, и стараюсь за 2 часа до сна не есть. Конечно, я исключила сейчас макароны, картошку в любых ее проявлениях. Mm-hmm. Мясо с овощами ем, например, куску. Вкус готовленный. Uh-huh. Естественно, никаких соусов, майонезов, кетчупов, кроме соевого соуса и гранатового, больше ничего в холодильнике. Получается, что постепенно ты привыкла к такому рациону, и уже это стало для тебя легко. Теперь перейдем на каремат. И теперь, внимание, вытягиваем ручки вперед, дышим равномерно в свободном режиме, и мы плывем. И спинка, пресс, уже ручки подключились, работает. И, естественно, ноги. До минуты хотя бы мы это делаем. Заканчиваем, ставим ручки у предплечий, поднимаемся, вытягиваем спинку, поднимаемся. Вот, в принципе, и все. Как-то так. Это минимальный комплекс, но он вам поможет, во-первых, всегда взбодриться с утра. Вечером он поможет вам нормально войти в сон. Здесь именно вы можете дома спокойно, в спальне, на кухне, положил себе карематик, спокойненько сделать, то есть не нужно специальных помещений. Каждая мышца проработана, комплекс удивительный. А как часто нужно выполнять, чтобы достичь такого же эффекта, как ты смогла? Ну, хотя бы 5 раз в неделю. Хотя бы 5, ну, минимум 4. 3. Минимум 3, обязательно. Но тогда ваша тренировка должна составлять не менее 45 минут часа. Мне эта тренировка очень понравилась. Я уверена, что вам тоже нужен минимум, а результат прекрасный. Спасибо тебе огромное. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.